Всех приветствую на нашем канале. Так, все, детишек уже заселил. Вот хочу вам показать, они уже отжили неделю. Вот, вроде проблем нету. Сейчас посмотрите, как они там устроились у нас. Вот у нас утро. Заходим. Вот дверь, конечно, надо еще поменять входную. Вот, еще пока творческий беспорядок. Вот начался с второй стороны уже. Подготовку комнаты. Так, в эту комнатку мы заселили Еву. Девочка. Здесь у нас сундучек. Сладунчик. А тут у нас тихоня. Пошли, молодец. Пошли на вас, пошли. Вот. Сладкие булочки. Ой, козочку принес, папа. Козочку принес, не маленький. Такая вот у меня что-то привычка, когда приходишь, встречает, сразу козочку хватает. Сладунчик. Пошли гулять. А мы пойдем посмотрим, как они там устроились. Так. Ну вот еще пока лежаночки не пришли, пока просто козочку принес, мальчик. Надо обязательно погладить. Мальчик. Так, пока не погладишь, идет попасть. С косочкой танцует. Мальчик. Девчонки все обижает пацана. Вот, так что нормально устроились, тут тепло у них, сухо. Единственное, Евка вот начала немножечко тут греть. Вот, попшикали антигрызином. Вот, ну, в принципе, косточек накидали, вот капуца. Ну, лучше всех, конечно, себя ведет эта Уня. У нас у нее, конечно, комната самая чистенькая. Вот, у нее косточки здесь тоже, смотри, одеяльцы товары, водички. Вот вообще нигде ничего не погрыз. Вот, поцарапал, прям молодец. Вот неделю они уже жжут. Вот, но хуже всех, конечно, это у нас Тиффани засранка. И даже вот видите клетку. Подумал, я сейчас вынесу его помыть. Вот, начала, видите, пол царапать и угол грызть. Вот единственное, вот она засранка такая. Вот. Вроде и косточки покидали. О, нагрызлась засранка. Посмотрите. Приходится на ночь закрывать в клетке, чтобы не грызлась. Вот как мне там в комментариях писали, что, конечно, там за блоков, за бетон, я согласен во всем, что лучше, конечно, делать так. Но имеем то, что имеем. У нас как бы уже просто здание, помещение было, уже исходили из того, что мы имеем. Конечно, я с ними согласен, что лучше всего, конечно, полуплитка, стены, блоки, чтобы голова не болела. Но у нас получилось так. Ну, конечно, я думаю, сделать на пол стяжку, а теплый пол водяной. Не батарею поставить, а водяной теплый пол сделать, кинуть. Сделать стяжечку армированную. Вот. На стены хотя бы на метр высоту положить плитку какую-нибудь самую дешевую, чтобы особо не вкладываться тоже. Вот, я думаю, так можно будет сделать. А на пол стяжка, я думаю, нормально будет. Потому что в бане я делал стяжку, плитку положил в парилке, в помывочной. Уже около 3 или 4 года уже ни трещин, ничего нету. Нормально все держится на деревянном полу. Тем более тут покрашено. Там-то у меня гидроизоляция сделана. Вот, а тут покрашено. Вода не должна уходить. Растяжка будет. Так что так вот. Где там девчонки с мальчишками нашел? Унтик, как всегда, в кустиках. Сладочек. Ляшечки тянет свои. Красавец. Только что дождик прошел, гроза была первая майская. О, козочка. А где Тиффани засранка? Ты мой сладенький. Гуляет. Сейчас погуляет. Сегодня выходной, у нас целый день будет на улице. Солнечную ванну принимать, да, мой красавчик? Вот, блин, пес золотой просто вообще. Пес золотой. Вот такой спокойный, ласка. Ласка, мальчишка. Мальчик.
послушный. Девчонки, конечно, озорницы. Да? Вот, ну там в комментариях просили рассказать о себе, о наших планах. Вот, сейчас следующий ролик сделаем. Расскажем о наших планах на будущее, как мы к этому пришли. Вот. Есть у нас там еще информация. Как бы здесь у нас свой час, как бы земля. Это как бы и помещение будет временно у нас. Как бы, планируем в другом месте развиваться. Вот, ну, расскажем в следующем ролике обо всем. Так что как-то вот так вот у нас. Девчонки пошли на пруд рыбу ловить. Ну ладно, до встречи в следующем ролике. Все расскажем.